Пришло немножко посылочек с сайта AliExpress и Jum. Сейчас мы их откроем и посмотрим, что внутри. Итак, берем первую посылочку. Эта посылочка пришла с сайта AliExpress. Открываем ее аккуратно и смотрим, что внутри. Так, она пришла в такой пупырочке. А внутри пришла вот такая ложечка. Заказал, почему бы и нет. Пусть будет хорошая штучка. Ну, видите, вот такой рисуночек. Вот такая ложечка. Как говорится, с Китая мы заказываем разные ложечки, поэтому вот приходят, вот видите, какая ложка, что можно даже вот так сделать, и получается вот такая согнутая ложка. Так что ссылочку на эту ложку я оставлю внизу, если она вам понравится, можете себе заказать. Тоже интересное. Ну, конечно, воздействует она для магии, хорошо подходит для фокусов. Посмотрите, закажете, тоже можете кого-то удивить. Интересная штучка. А мы поехали дальше. Следующая посылочка пришла с сайта AliExpress. Ну, я так треки не отслеживаю, чтобы было интересно следить, чтобы, ну, удивляться вместе с вами, что внутри. Сейчас смотрим, что внутри. Это такие Wi-Fi адаптеры. Они очень хорошие, я уже их покупал, хорошо работают. Они подходят к разным приставкам. T2, S2, чтобы смотреть YouTube, интернет, другие вот приложения, интернет-приложения на ТВ-тюнерах. Много тюнеров продается, что в комплекте их нету, и поэтому я заказал 3 штучки. Вот. Они небольшой, у них коэффициент усиления, они очень хорошие, мне нравятся, вот поэтому и заказывал. Так что кому надо, они здесь. У нас они намного дороже стоят, наверное, в 3-4 раза дороже, чем на AliExpress. Поэтому заходите, смотрите, понравится, возьмете. Так что хорошая штучка. Ну а что, поехали дальше. Следующая посылочка пришла вот такой упаковочке, тоже с сайта AliExpress. Открываем такие сережки. Такая роза, такая коралловая. Сейчас вам покажу поближе. Такие они. Так, ну здесь это такие силиконовые заглушки. Пусть они лежат здесь. А вот сами сережки вот такие, посмотрите, вот такие здесь жемчужинки, циркония, и вот такой, ну, на ощупь это как бы, я не знаю, как сказать, какой-то камушек вот такой, вот такие. Там тоже есть разные расцветы, есть оранжевые, вроде бы синие, белые, вот эти розы, вот такие сережечки красивые. Ссылочку на продавца тоже оставлю, посмотрите, можете зайти в их магазин, там тоже очень много красивых у них всяких сережек и бижутерии. Ну, красиво очень смотрится. Так что посмотрите, выберите такие сережечки, какие надо, или такие вот, кому интересно, кому надо, на подарок себе, девушкам, или еще там. Ну, в общем, интересная штучка. А мы поехали дальше. Следующая посылочка уже с сайта Jum. Я уже узнаю их упаковочки. И что здесь? Он долларов. Все. Можно уже забывать о Ютубе. Перестать работать. Все. Смотрите, $1 000 000. Видели когда-нибудь такую купюру? Вот как нужно на Ютубе становиться миллионером. Не сидеть там лет 5. Снимать видео, подключать монетизацию. Вот просто. Jum меня сделал миллионером. Вот такую купюру. Такой, видите, материал, такой пластик, такое золото. На это вы так поняли, конечно, сувенир. Она миллионером не сделает, но вот красивая. Посмотрите, такая
видите, миллион долларов. Лаза, кстати, нет. Ну, так, что здесь порисовано? $1 million. Такая купюра красивая. Ну что, кошелек. Может, она и приманит и настоящие доллары. Мисс Либерти. $1 million. Ну, вот такая купюрка. Сувенир. Положить. Интересная купюра. Мне понравилось. И тут, я так понял, пришла еще одна купюра. Сейчас я вам покажу тоже. Байта Джун. Тоже. Ссылочку я на нее оставлю. А здесь 1 000 000 евро. Да, посмотрите, какая классная купюрка. В таком пакетике. О, выглядит вообще бомбически. Вот если бы натуральные такие купюры, можно уже ехать на Мальдивы, на Бали или куда-то еще. Ну, можно только полюбоваться. Посмотрите, какая она переливается. Тоже такой пластик. Красивый. 1 000 000 евро. Такая. Здесь вот флаги стран. Тоже вот надписи. Ну, как настоящая евро. Только 1 000 000. Вот флаги стран Евросоюза. Вот этих первых, которые создали. Вот такие купюры. 1 000 000 евро, 1 000 000 долларов. Там еще есть рубли, есть монеты миллионы. Ну тоже можно разных сувениров набрать. Но в кошелек это все положить. Или вообще так, на стенку, в рамочку. Красиво смотрится. Или закладки в книге. Это кто любит читать тоже. Хорошая закладочка, да, 1 000 000 долларов. Вот такая посылочка. Ну что, смотрим, что дальше пришло. Следующая посылочка тоже с сайта Джум, в такой желтой упаковочке. Аккуратненько ее вскрываем. А это очечи. Посмотрите, какие крутые очечи. Так, такие. Вот, посмотрите. Желто-синего цвета, такая золотая обводочка. Ну, неплохо смотрится. Нужно померить, как сидят. Сидят такие, видите, зеркальные такие стекла. Они там тоже что-то недорого стоят, около 50 гривен. Ну, это сами увидите. Вот такие очечи. Ну, конечно, вот, надеть очечи. Вот. Купюры вот такие. Ну, я вообще сегодня. О, да, крутяк. В таких очках. Буду. Вот. Правда, уже на море побывал. Еще, может, еще все впереди. Конечно, они мне тогда не помешали. Вот такие. Ну, качество металл. Качество хорошее. Неплохое. Такие стекла. Сейчас я надену, померяю. Конечно, я сегодня вообще. И очечи, и евро, и доллары. Меня вообще сегодня завалили такими подарочками. Сейчас померяю. Вы знаете, они как на меню. Красиво. Все хорошо сидят, смотрятся. Ну, не знаю. Со стороны, конечно, ну, подходят. А мы пойдем дальше открывать посылочку. Так, чуть-чуть двинем и поехали дальше. Следующая посылочка такая большая. Это, я так понял, она из сайта AliExpress. Сейчас посмотрим, что здесь. А это у нас такие крышечки на разные кастрюльки, на банки. Такие силиконовые. Они, вот посмотрите, типа как, ну вот, посмотрите, силиконовая крышка. Нужно. И вот кастрюлю, судочки, еще такое накрывать, натягивать. Вот на эту кастрюлю вот такого размера. Посмотрите, такая нарисованная улыбочка. Так, следующее. Вот, посмотрите на такой размер. Здесь там комплект 7 штучек идет, видите? Немножко меньшую натягивать, закрывать. Посмотрите, вот. Еще такая крышечка, еще так меньше, там на банки, на разные, вот, натягивается, ну, видите, тянется хорошо, там можно и на квадратные, и на круглые,
Еще такая, еще на меньшую баночку можно. На кухне это. Или в поход с собой куда-то брать. Силиконовые крышки. Я уже, ну, видел у кого-то, кто-то распаковывал. Хорошо они держатся на посуде. Не хочется, конечно, идти на кухню испытывать. Ну, я там напишу, когда надену, как держится, ну все, ну хорошо, тут видите, меньше. И вот самая маленькая, на самую маленькую баночку, бутылочку, такие силиконовые крышечки. Их 7 штук здесь в наборе. Они есть разных цветов тоже там, посмотрите, какие. Вот такие штучки для кухни.